Когда-то Анатолий Пашинин был одним из самых востребованных и ярких актеров нашего кино. Он снимался в сериалах, а также во множестве фильмов. У актера все в жизни было хорошо, у него была работа, уважение коллег, а режиссеры всегда с радостью давали актеру роли. Однако ради собственных идеалов он решился оставить все. Актер стал участником Майдана, после принимал участие в боевых действиях в ДНР. Актер был уверен, что он остановит новый мир, где все будут жить хорошо. Он искренне верил в свои принципы и правое дело. Однако после актер пришел в ненадобность. Как военнослужащим, в нем не было надобности, а в Украине Пашинина не видели в качестве актера. С тех пор он снялся в маленькой эпизодической роли. К сожалению, жизнь Пашинина перевернулась ног на голову, а сам он везде стал чужим. Сейчас знакомые актера говорят о том, что он женился, хотя ранее Пашинин отмечал, что он заядлый холостяк и слишком эгоистичен для отношений. Но, похоже, он нашел ту единственную, кто растопил его сердце. Супругу актера зовут Леся Задесенец. У нее есть дочь от предыдущих отношений. Сейчас Пашинин живет в нищете. У него нет работы. У Анатолия нет даже собственных средств на самые элементарные. Его содержит супруга, которая уверена, что вскоре все изменится, и ее супруг станет востребованным актером в Украине. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.